Что, трудяги, всем здорово! Сегодня мы на полях Тульской области на испытаниях комбайна Low-Vol. Китайский Геркулес захватывает рынок. Пытается. Как думаете, станет конкурентом Россельмаш или нет? Первая выгрузка китайского комбайна на российских просторах. В кабине китайского комбайна Low-Vol. Рабочая скорость обмолота до 3 км в час при урожайности от 60 центнеров. То, что сыпется в бункер, можете посмотреть прямо из окошечка за сидушечкой. Зернишко сыпется, ловешка мутится. Китай пытается покорять поля России.